Ну что, ребят, всех приветствую. Думаю, не нужно вам, так сказать, долго разъяснять, чей это аккаунт и когда он чей был. Подогнали мне его, теперь это мой аккаунт. На нем я буду играть. Так сказать, это мой основной аккаунт, инсульт. Инсульт он теперь. Я думаю, вы помните, чей он, как бы тут. Не нужно даже, так сказать, предъявлять личность. Известный он. То есть просто фуловый ак 14 ранга, как бы. Посмотрим, чё как я. Куда надо найти какой-то сейчас турнир выгодный. Ну, нынешний играть, понятное дело, не буду. Уже нет смысла, там уже все места топовые позабирали. Надо на золотишку потеть, короче. Такое вот, такое вот. Начинаю я по новой играть, короче. Я до этого как-то забивал, просто видосики там монтировал, от нечего делать. Сейчас начну играть, короче. Откатал я два боя, кстати. Вот это два боя, я на этом маке играл и все. Типа они легенькие, потому что фуловый кач. Крутанем жетончики и жетончики. Какое везение у нас. 2000 жетонов. Что-то долго она крутит, вот это меня прям настораживает. Я не думаю, что будет что-то прям вау. 130 тысяч зелени. Но, как бы, все как обычно. Скорость небольшую беру, типа, не вижу в этом смысла. Если выпадет что-то достойное, будет отлично. А выпадет недостойное, как бы, не вижу в этом смысла. Опа. Ну, 1000 голды будет, мне кажется, дальше она не поедет. Хотя я бы не отказался от ляма. Но 1000 голды тоже неплохо. Крутим. Третий барабанная дробь. Пятихаточку сливаем. Давай, везение, артофар, шумский. Подкрути конфе хоть разочек. Да нет. Да, ну серьезно. А, не, ну голда, на голда нормально. Думал еще 180 дней према, зачем они? Опа-на, супер контейнер. Открыть? Конечно, открыть. Тут тоже поменьше возьмем. Скорость. Опять же, мне кажется, тоже ничего годного не выпадет. Ну, как бы не надеюсь, то есть тут всего достаточно. Все, что есть, того достаточно. Если на 800, кстати, перелетит, будет еще неплохо. Нет, 300 тысяч. 300 тысяч. Пролетели мы 3000 голды. Плохо, плохо, но ничего. Вообще хочу по минимуму скорость. О, нормально пойдет. Все, финалочка. Финалочка. Ну, под финалочку должно вообще такое дерьмо дерьма выпасть. Так всегда, в принципе, происходит. Да, 300 будет. 30 дней према, вот. Все. Открутили. Ну, тут всего достаточно, что есть, то есть. 370 тысяч голды, думаю, мне хватит до определенного уровня. И 14 лямов зелени, думаю, тоже хватит. 516 дней према. Ну, годик с годик, мне кажется, активной игры. Я тут посижу еще, возможно. Буду фул туры катать. Надо поднимать ушечки и все. Как бы, вот, ребята, всем спасибо за просмотр, за внимание. Всем удачных боев, до скорых встреч!